Всем привет болельщикам футбола. Прошел матч Россия-Уругвай. Уругвай выиграла у России 0-3. Я вам сразу объясняю, почему Россия проиграла Уругвай. Первое, это Россия ничего не теряла в случае проигрыша. Второе, здесь замешаны букмекерские конторы. Третье, если Россия будет постоянно выигрывать, то это вызовет подозрение. Нужно где-то кому-то проигрывать. Вот она проиграла Уругвай. Сейчас Россия вышла в 1/4, как в принципе и Уругвай. Россия будет играть с Испанией. Я вам сразу говорю, что Россия выиграет у Испании. То есть Испания сдаст этот матч. Уругвай проиграет Португалии. К сожалению, я не слежу за этим чемпионатом мира по футболу. Я не знаю, кто, какие команды здесь повыходят в 1/4. Но я вам скажу, что будет в финале играть Россия с Португалией. Кто займет первое место, здесь трудно сказать. Если Путин постарается и захочет порадовать россиян, то я думаю, что Россия выиграет этот кубок. Все здесь решают деньги. Если вам не до конца понятно, то посмотрите еще два вот этих вот последних моих видео. Ребята, здесь уже давно результаты известны. Для большей убедительности Россия может в каком-то матче сыграть ничью. И затем уже якобы по пенальти она выиграет. Вот этот вот матч, все газеты будут писать, что Россия сенсационно выиграла Испанию. Но, ребята, там нету никакой сенсации. Еще раз повторяю, Испания просто сольет эту игру. Естественно, это все не бесплатно. Ну, на этом, в принципе, все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!